Арт-объект на границе между США и Мексикой получил приз от Лондонского музея дизайна. Трое ярко-розовых качелей были установлены по обе стороны разделительной стены между двумя странами. Одна часть расположена в американском Санленд-парке, а вторая в мексиканском Сьюдад-Хуаресе. По замыслу, так дети двух стран могут общаться и играть, несмотря на навязанное политикой препятствие. Трамп говорил о строительстве дополнительной пограничной стены. Детей разлучали с родителями на границе. И мы почувствовали, что должны приехать на границу и показать миру лица детей и семьи, которые там живут. Что происходит с одной стороны, влияет на другую, верно? Это не просто стена, это буквально что-то, что разделяет этот ландшафт, который исторически всегда был единым. Идея качели пришла ее создателям на фоне жарких дебатов по поводу плана бывшего президента Дональда Трампа построить стену вдоль границы США и Мексики от Тихого океана до Мексиканского залива. Арт-объект был установлен 28 июля 2019 года и удален менее чем через час. Музей признал его победителем ежегодного конкурса «Дизайн года», в котором приняли участие 74 проекта со всего мира.